прошлый сезон я выступал за футбольный клуб «Велес». Это первый дивизион России. У меня закончился контракт. Я ждал продолжения от них. Поменялось руководство. Выяснил, что продлевать контракт со мной не стали. Поступило предложение от футбольного клуба «Ноа». Я все взвесил, выслушал. Мне показалось оно выгодным. И я принял решение приехать сюда. Все здорово, все нравится. Все классно, супер. Город прекрасный, Ереван. Люди гостеприимные. Пока только положительные эмоции. Вратарем я стал лет 10-11. Начинал, как и все мальчишки, полевым игроком. Мне нравилось бегать, забивать голы, отдавать голевые передачи. Я был достаточно высокий среди сверстников. Мы сдавали тесты. Я прыгнул выше всех, дальше всех прыгнул. Мне предложили попробовать себя в воротах. Первый год мне вообще это абсолютно не нравилось. Понимал, что это как-то не мое. Не было интереса, но потом, углубляясь в эту профессию, мне становилось интереснее и интереснее. Сергей Овчинников, ну, помимо общей фамилии, мы вместе работали в основной команде ЦСКА. Он был моим тренером на протяжении года. Тоже с ним сложились хорошие приятельские отношения, как тренер и подопечный. Благодарен ему за то, что все, что он вложил в меня, чему научил. Мне нравится Тер Штеген, нравится Нойер, немецкая школа вратарей и бразильская школа вратарей, Эдерсон, Алисон. Нравится игра ногами Эдерсон. Пытаюсь брать какие-то лучшие моменты для себя и включать в свою игру их. Мне кажется, вратарское дело делится на две части. Это психология и физические данные, способности. Потому что психология тоже — это 50% успеха точно в нашем деле. Вратарь должен быть спокойным, уверенным в себе. Не должны тревожить какие-то посторонние мысли, проблемы. А что касается физических способностей, хорошей реакцией должен обладать, прыгучестью, уметь читать игру, думать головой. Нельзя выключаться, даже когда мяч на другой половине поля находится. Поддерживать себя в форме. Как бы сейчас требования для вратарей повысились, что не только ты должен уметь на ленточке играть и ловить мячи, надо помогать партнерам выходить из обороны. Сразу бросилось в глаза то, что коллектив очень дружный. Старички, назовем их так, помогают влиться в коллектив, организовывают разные собрания, мероприятия командные, тоже очень приятно. Все между собой общаются. И нравится, что есть англоговорящие ребята в команде. Я как бы знаю английский язык, пытаюсь общаться, тоже очень нравится. Узнаю разные культуры, разных людей, это тоже очень интересно. В общем, только положительные эмоции. Ну, физически все есть как бы в команде, массаж, ледяные бочки, бассейн. Все для нас, только восстанавливайся, не трать время на всякую ерунду. Также дома у меня есть там разные аппараты, массажеры. В общем, стараюсь как можно быстрее восстановиться к тренировкам, к играм. Но психологически, как бы, я думаю, все прекрасно все понимают. Там команда была на ходу. Первый матч нам удалось победить. Во втором, к сожалению, такой неудовлетворительный результат. Не зацикливаться на этом. У нас впереди целый сезон. Надо позитивнее мыслить, работать и доказывать, показывать всем, что мы можем и кто мы такие. Я считаю, что в любом случае в каждом матче надо играть только на победу. Все зависит от нас. У нас собрался хороший коллектив с хорошими исполнителями. В каждой линии есть и опытные ребята, есть молодые талантливые ребята. Как я и сказал, все через работу, все через мяч, через тренировки. Алексеевич все делает для того, чтобы мы набирали форму, сыгрывались. Я думаю, что при правильном отношении к делу у нас точно все должно получиться. Ну, я надеюсь, будем бороться за чемпионство. Благодаря опыту прошедших лет я уже понимаю, что как бы, когда тренируешься с более опытными коллегами, ты подчерпываешь что-то новое для себя, чему-то учишься, набираешься опыта, они подсказывают. Большую роль сыграл Акинфеев, я с ним отработал год, очень благодарен судьбе, что дала мне шанс потренироваться с таким вратарем большим. В прошлой команде у нас тоже были как бы ребята и постарше, и моего возраста. Все друг другу подсказывали, общались. Главное, чтобы в коллективе была приятная атмосфера для тренировок. Все друг друга поддерживают, уважают и помогают становиться только лучше. Только так, мне кажется, можно добиться успеха. Этот сезон я точно буду в НОА. Буду вкладываться в тренировки, в игры, доказывать и
футбольным людям и самому себе в первую очередь, что, чего я стою. Ставлю только себе самые высокие цели. Играть матчи, играть хорошо, показывать все, что я умею. Учиться чему-то новому тоже. Я еще молодой вратарь по футбольным меркам. Вот. Надеюсь, все получится, все будет замечательно. Честно говоря, наверное, хотел бы попробовать себя в Европе. Вот перед этим сезоном я принимал такое решение, что не зациклился именно на России. Посмотрим, все как бы и от меня, и от какой-то доли удачи зависит. Но идеально, конечно, было бы в Европе поиграть. Я думаю, любому хорошему футболисту хочется в топ-лигах поиграть. В общем, надо стремиться, работать, добиваться. Только вперед.